перед тем, как зайти в комнату на пробы, обязательно надо пойти поссать, потому что ссать хочется всегда, даже на нервной почве. В школу сегодня не идем, поедем вместе на работу. Потом включит камеру, встанешь перед камерой, как дура. Будешь говорить, я вот такая-то, такая-то, в таком-то году родилась, работаю в таком-то театре, снималась в таких-то фильмах. Потом зададут какой-нибудь вопрос такой, типа, чтобы расслабить, а у вас какое-нибудь есть хобби? Чем вы увлекаетесь? Еще бывают фотопробы. Тогда ты приходишь такой естественный весь, не накрашенный. Тебя посадят, гримеру, там придет режиссер, скажет, молодим, старым. Меня хотя бы не старит пока. Здравствуйте. Хорошо? Да, мы пообедаем. Ты успела его увидеть? Вот это основное место действия. А где пейзаж? Пейзаж? Вот пейзаж. А вдруг упадет кто-нибудь, расшибется? Мы заставим машину скорой помощи с санитаром. Алиса? Мама, я писаю. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Я принесла тебе гарантию, я ее украла. Вам оставили. Я в лифте. Я сижу в лифте, я застряла. Да, это все мои штучки и все это ерунда. Как где? Я в лифте. И не вздумай за меня увольняться. Пап, при мне сейчас большой конверт, и там фотографии. Ты правда ничего не знаешь? Вы заняты сегодня вечером? Хотите прийти ко мне на прогон? Только никаких букетов в человеческий рост. Я намного адекватнее, чем вам кажется. Они должны умереть. И теперь я не требую от поэзии ничего, кроме искренности. Ни жалости, ни славы, ни исцеления. Молчаливая жена, с ней можно сидеть у серой воды, оставаясь скалой среди волн. Мне следует разучиться чувствовать, забыть свой дар, а это труднее, чем то, что принимают за жизнь.